Госсовет КНР опубликовал план по мобилизации общественной жизненности и повышению дохода населения. Документ касается седьмой категории деятельности – творческого направления, аграриев, научных исследователей, частных предпринимателей малого бизнеса, сотрудников оперативного управления предприятием, кадров низшего звена и трудоустроенных нуждающихся семей. Все эти категории работников могут рассчитывать на рост своих доходов. Например, категория научные исследования включает учителей и других педагогических работников, поэтому данное постановление может мобилизовать активность большого круга интеллигенции, а категория частное предпринимательство стимулирует развитие среднего и малого бизнеса. Все эти семь категорий охватывают около 300 миллионов человек. Эксперты объясняют, что этот план направлен на то, чтобы поощрение бизнеса и вкладывание инвестиций, и тем самым активное создание качественных рабочих мест.